Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем рыбку в технике оригами. Для работы нам понадобится цветной лист бумаги, ножницы и фломастеры. Итак, у нас лист А4. Мы складываем треугольник. И ненужную полоску отрезаем. Вот мы отрезали полоску, разложили. Теперь делаем вторую диагональ. То есть складываем пополам с другой стороны. Вот таким образом. Разворачиваем и складываем вот таким образом. И то же самое делаем. Переворачиваем и делаем с другой стороны. Уголки все ровненькие были. Вот таким образом. Теперь нам нужно сложить это в один маленький квадрат. Каким образом? Мы одну сторону складываем и вторую. Вот таким вот образом. Посмотрите, что у нас получилось. Вот так. Далее мы сгибаем нижние части в треугольник, чтобы они были ровные. Вот таким вот образом. А теперь мы раскладываем нашу фигуру по линиям, чтобы у нас они сложились внутрь. То есть ровные, прямые. Так. С одной стороны выпрямляем. И с другой стороны. Теперь нам нужно уголок сложить вот от этой точки до этой. Загнуть в бок. Вот таким образом. Так, ровно. И то же самое проделаем со второй. Вот так. Далее что мы делаем? Мы вот этот треугольник загибаем к центру. То есть у нас должна получиться симметрия. С одной стороны. И с другой стороны. Вот таким образом. Далее при помощи линейки мы отметим с двух сторон одинаковые точки. Например, 4 сантиметра. И с другой стороны также 4 сантиметра. Для чего это надо? Мы сейчас будем делать хвостик. Итак, вот из самых близких точек мы через эту точку делаем складки. Каким образом? Вот так. И с другой стороны также. То же самое мы повторяем и с другой стороны. Итак, что мы теперь делаем дальше? Мы складываем вот таким вот образом по нашему треугольнику. То есть в нашей точке должен сформироваться треугольник. Вот таким образом. И складываем на одну сторону. Вот так. То же самое делаем с другой стороны, только наш угол будет завернут в другую сторону, в противоположную. То есть вот такая фигура у нас должна получиться. Что мы делаем дальше? Теперь мы ее раскладываем.
где наши плавнички, мы берем и вот так раскладываем. Вот получается наша рыбка. Нам остается только дорисовать фломастером глазик. И подрисовать ручки, если хотите. Также можно ее разукрасить. Чтобы она у нас держалась, ее можно подклеить клеем. Допустим, вот таким вот образом. И вот получилась наша рыбка. Всем желаю творческих успехов!